Что мне надо сделать? Мне надо провернуть. Mm-mm. Нет? Джирбокс. Вот это? Я не знаю по-английски. We came to the another building which on sale. It's not fully constructed. There are no roof, no window, no constructed inside. But the price for this building and for the land around is $1,000. Only $1,000. Yeah, it's less than the iPhone price. But то, что вокруг много территорий. Можно взять себе, в принципе, любое количество. And the mountain, this hill. Да. И там рядом еще лес. Можно побудить. And the forest. And the hill there. А прикинь, если бы еще сделать панорамные окна с видом на гору или же туда. Ну, то есть вообще можно тоже. Yeah, but you're living alone. Like, nobody's living there. Нет. It's empty mm-hmm. house. Вот некоторые люди хотят выкупить этот дом, этот и еще соседний, чтобы взять всю территорию полностью. And the price for that building's 1,000 as well? Возможно, да. Ну тут все в принципе 2000. This building looks nice, but no roof. And trees inside, like it's already forest there, but the view and the location is great. And the bus station is here. You can use bus to the city. It's maybe 12 kilometers to the city. Just 20 minutes or half an hour, and you can do some shopping there. Luba asked me which place I like more, her home, like her village, or this one. And I prefer her village because there are a river just a few minutes from the house. Сзади? Это перед? So this is the front view of this building. Let's go and check. You can see that someone already is checking it because the road is here. It has two rooms, like the hall. And oh no, three rooms. This one. This one. Небольшой, да. У меня раньше был огород. Угу. Ну, мне даже так больше нравится, когда нету перекошенного поля. The location is perfect, but the condition is not. But of course, the price only 1,000. Это даже земля в некоторых местах. Even the land somewhere is expensive, more expensive than this building. You can add maybe 5 or 6,000. More and build the house, and there are no neighbors at all. Like you're living, yeah. This is the huge benefit. You're living alone, just between the hills, in the forest. But I see that there are good houses as well. You can see this one and here. Рыбку покатайте. О боже, о боже. Do you know how to ride? Честно? Ой, это очень далеко. Я уже забыла, я даже не помню, где какая лента. I will not help you. А? I will not help you. Почему? I just like a natural viewer. Так, I'm just... подожди. Что мне надо сделать? Мне надо провернуть. Mm-mm. Нет? Gearbox. Вот это? Я не знаю по-английски. Ну да, you should put it on natural. Ну
Так это ж на какой? Да, будет тяжело. Закрой дверь свою. Нейтральная. Угу. Теперь я поворачиваю ключ. Угу. Ну, вообще-то я должна сейчас пристегнуться сначала ремнем. Да. Fasten your seatbelt. Ну ладно, давай попускай. Давай, все равно it's a field. Так, один раз. Один раз. Ну, до конца. One more. Еще. One more. Тихо. Так, теперь мне надо, наверное, сцепление зажимать, когда выручиваю. Come on. Люба received her driver license 2 or 3 years ago, but she never tried to ride. Главное, чтобы мы не были в доме. Но газу, больше газу. С первого раза! Yeah. Хорошо получается, больше газ. Подожди, это газ? Да. А что она так? Газ справа. Крайняя правая — это газ. Ну, и с первого раза я могу вам сказать, это очень даже неплохо, я сдала. Могу вас подвести еще к деду. Может, лучше на дорогу? На дорогу я пока еще, я только запомнила. Давай к деду. Педаль. Главное — педаль газа, точнее, педаль тормоза по центру. Угу. Давай, только я. Сейчас повернешь и включишь вторую передачу. А поворотники не включаешь? Нет, это же стекло. Так, теперь я зажимаю. Вторую передачу. Зажимай сцепление, включай вниз. Но это очень медленно. Хорошо. Не, нормально. Первая передача только для того, чтобы тронуться. Вау! Главное, чтобы из-за поворота никто не выбежал. Люба is a good student. You have a good skill. Сцепление. Сцепление. Нейтральное. Надо поднять вверх тут. Как первое. Отпускай сцепление потихоньку. Руль выворачивай в другую сторону. Другую? Да. Вот эту. На обратную сторону выворачивай. Вот эту? Ну да, сюда. Ну. Еще. Все, сцепление. Еще назад. Газу. Все, стой. Все. Первую передачу. Отпускай. Сцепление. Первое. Руль выворачивай. Обратно. Come on. Но мы потом поедем нейтрально. Ручник. Угу. Когда ты поднимаешь, надо зажимать кнопку на ручнике. Congratulations, you passed an exam. This is your driver license. Вот моя точила. The cars and people.
Как твои ощущения? Необычно. Куча педалек надо нажимать, надо постоянно дергать эту штуку, ну, страшно. Yeah, but you did it. Я думаю, самое прекрасное вообще, кто придумал автомат для девушек. Это супер просто. Ну, я лучше поеду с Богом. Да, я тоже люблю ездить пассажиром. I like to be a passenger as well. Безопасней. Ты видел? Ты весь в этих штучках. Дома уже. Поехали теперь налево. А что там? Там экстрим. Какой экстрим? Ну, заехали. Там Любка может поездить. Сейчас будет Пашка экстремал. So we riding up to the hill. Без дороги. Это чуть-чуть. Дальше просто поле. Любой is a good driver, you know? Like, я нет. I feel like I'm a taxi driver. Что делать? Едет, там стоит. О боже, там он едет. Но, стоит, он что-то собирает. Ехай. Ехай. Я боюсь, что... Любой is afraid of other cars. Нет, едь на третий. Если что, поправь мне руль. Все нормально. Я чувствую габариты иногда. Не стесняйся, едь. Don't be shy. Just go. Я даже, прикинь, я боюсь, я даже стоячей газу, машины. Газу, газу. Газу. А я проезжаю? Да. Нормально? Конечно. Точно? Да. Ю-ху. Just look at this field. Можно покрыть? And this corn. It's brown corn? Why it's brown? Чё она такая коричневая? Красная. Красная. Почему? Сорт мой. Эй! Нет эха. Лукаш. Маэстро. Йо-хо. You see, she's a good student. She received her driver license 2 or 3 years, but there is no driving experience at all. Подвезете меня? Садитесь, 50 гривен до села. Не, 50 гривен нора. Все, пока. Да. А ты когда-то буксовала, кстати? Ну, вот. Опа! Фейл. Фальстарт. Передачу. Просто газу больше. И отпускай сцепление. Передачу вторую. И все. Не спеши тут. Because the road here is worse than it was before. But the landscape and view is great. Like we are riding between two corn fields. Мы как будто бы на каком-то Марсе. Угу. Мне третью надо или вторую? Да, давай третью.
есть нету дороги просто. Here is the big hill. Ой, мы раньше с папой на мотоцикле тут съезжали. Ты что, мне в детстве казалось, тут прям так опасно. А еще весной, когда тут все мокрое, дорога скользкая. Ну, а сейчас кажется ерунда, да? Ну да, прикольно. И мы дома. Кажется, сюда есть.